очень горды тем, что наши спортсмены Адлет Тюлюбаев, Александр Крикуха, Алибек Амиров, они являются славными продолжателями омской борцовской школы. Мы со всех крупных международных стартов привезли медали. Несомненно, наша задача Министерства спорта – это продолжать эти традиции, их укреплять, развивать. И у нас в программе очень много турниров, которые пройдут на территории Омской области. Эмоции, конечно, зашкаливают. Был рад принести Омской области такую столь значимую медаль. Самый успешный момент, я думаю, самый счастливый – это схватки за третье место. Получилось спортсмена из Азербайджана загнать, навязать свою борьбу и провести в партере задний боковой. Слагаемый успеха – это, конечно, самоотверженная борьба спортсменов наших. Ребята большие молодцы. Алибек показал высокие выдающиеся результаты. Это работа и федерации, и это работа и областной администрации. Виталий Палыч, как никто до того, поддерживает все виды спорта, и в частности, большое внимание уделяет нашему виду спорта. И Министерство спорта нынешнее поддерживает различными способами. Мы эту поддержку очень ценим и дорожим. Надеемся, вместе мы будем достигать еще больших результатов.